Вопрос. Некоторые говорят, что молитву Иша можно совершать до азана утренней молитвы Фаджр. Другие, что ее время заканчивается с началом времени добровольной ночной молитвы Тахаджуд. А третьи, что нужно сосчитать часы со времени азана Иша и до азана Фаджра и поделить на два. Полученное время и есть последнее время молитвы Иша. Какое мнение верное? Я знаю, что нежелательно совершать молитву в ее последнее время, но хотелось бы знать верное положение. Ответ. Хвала Аллаху. Молитва Иша должна быть совершена до половины ночи. Позже полуночи совершать ее нельзя, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Время молитвы Иша до половины ночи». Хадис передал Муслим. Поэтому вы должны совершать ее до половины ночи, исходя из продолжительности ночи. Ночь может быть длиннее или короче, поэтому ориентироваться следует на количество часов в ночи. Например, если ночь длится 10 часов, то нельзя откладывать ее до конца 5 часа ночи. Лучше всего совершить ее в первую треть ночи. Если человек совершит ее в самом начале времени, то это допустимо, но лучше отложить ее немного. Потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, считал желательным откладывать молитву Иша на некоторое время. Если кто-то совершит ее в самом начале времени, то есть после исчезновения вечерней зари, то ничего страшного. А Аллах знает лучше.